Директор муниципального казенного учреждения Управления жизнеобеспечением и развитием округа Игорь Щепин сегодня уволен по собственному желанию. В этой должности он работал 3 года, а до этого несколько лет был заместителем директора управления. Игорь Анатольевич – пример многим руководителям, как надо общаться с людьми. Работая в самой критикуемой населением коммунальной сфере, он в любое время суток лично выезжал на аварии, встречался с горожанами, вникал в их проблемы. Один из немногих руководителей муниципальных учреждений, кто всегда был доступен для прессы, откровенно отвечал даже на самые острые вопросы. Его личный номер есть у каждого староскольского журналиста и у многих простых жителей. По нашей информации, увольнение Игоря Щепина связано с приглашением на работу в частную компанию.